я же так говорю. Высокие гости и зрители знают о нас по результатам. А как того достигли, то все остается за кадром. Хочется теплые слова сказать присутствующим и не сидящим в зале. Тем, кто нас создал и выше на ступеньку поднимал, сил не жалея, частицу себя у нас оставил. О них говорилось много, но при всем при этом мы хотим добавить немного некоторые штрихи к портрету. Много у нас руководителей было, у всех своя манера руководить. Витя Попов и Таня Сабирова по возрасту, натуре своей, любили виртуозно жить. И нам задавали такие же темпы и ритмы, веселые, задорные и колоритные. Мы многое вместе творили, театр песни, посиделки, кафешки отменные были. Больше всего нам не забылось, что ни в одном селе Мегаюрты без нас не обходилось. Здоровья, счастья вам желаю! Пусть ваше творчество и дальше процветает.